Уехать из дома на несколько дней, недель, а может даже месяцев и заработать деньги вдали от родных краев. Речь о вахтовом методе работы. Впрочем, так трудиться могут далеко не все. Сегодня мы решили узнать, у кировчан подходит ли им работа на вахте, и запустили опрос в нашей группе ВКонтакте. Итак, абсолютное большинство, 56%, ответили, что им категорически не нравится такой вариант трудоустройства. Еще 18% не имели подобного опыта, но им интересно бы было попробовать. 15% практиковали работу вахты, но повторять ее не хотят. А стали бы работать вдали от дома прохожие на улицах, мы узнаем из нашей постоянной рубрики «Мобильный журналист». Нет, я дизайнер. Дизайнеры вахты не работают. Да. Скажите, пожалуйста, был ли у вас опыт такой работы? Ну да, был. А если не секрет, куда ездили, кем работали? Нет, секрет. Нет, никогда. Почему не выбирали этот вариант? Ну, это надо уезжать, во-первых, далеко от семьи, неизвестно, какие условия, как-то не очень привлекает такое. Работал. Работали, если не секрет, кем и куда ездили? Строителем. Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Нет. Вообще никогда? Нет. Не задумывались? Нет. Почему? Далеко от дома. Все чужое. Нет, у меня такого опыта. Никогда не задумывались? Задумался. Так, а почему не осуществили, так скажем? Семья, дети. Нет, у меня нет. Никогда не задумывались? Нет. Почему? Ну, здесь все устраивает. Вахтовым методом я не работаю. Не нравится, почему не выбирали? Ну, потому что смысл семью создавать и уезжать от нее не помогать. Ну, да. В другом городе работа была, но не, я бы не сказала, что это вахтовый метод. Но вахтовый метод я бы никогда не рассмотрела, потому что все-таки нужно много работать и тяжело, и мне кажется, что морально придется очень тяжело, что работа именно для сильных духом людей.